Сотрудники музея Хомуса народов мира в Якутске приняли участие в международном фестивале варганной музыки. В Индии, в штате Гоа, состоялся третий международный фестиваль с участием музыкантов из более 10 стран мира. Сегодня на пресс-конференции в столице участники фестиваля, талантливые хомусисты Туяра Жиркова и Алдан Рожин, рассказали о своем выступлении и поделились впечатлениями о фестивале. Также сегодня в музее Хомуса открыли уникальную выставку кузнеца из Кабяйского района Артема Киренского. Кузнец изготавливает хомусы с украшениями необычным футляром. Далее работники музея в рамках декады, посвященной выдающемуся хомусисту Луке Турнину, планируют провести ряд мероприятий. Луке Николаевич Турнину, вот как бы столетие, и человек, который начинал в 1957 году, это 60 лет тому назад, он вместе со своим ансамблем, 28 человек, участвовал, ну, ансамблем в Москве, в столице нашей родины, тогда еще в Советском Союзе, он очень успешно принял участие, там были руководство страны, и все они стоя аплодировали. Планируем позывные Луки Николаевича Турнина, которые по радио всегда передаются и в 6 часов, и в 12 часов. Это как бы он уже принял статус сигнала о мире, объединяющий мир.